На Октябрьском проспекте у дома 403 начали демонтаж торгового павильона. Администрация Люберец подала иск в суд, который признал постройку незаконной и постановил снести. К торговому павильону на Октябрьском проспекте уже все давно привыкли. И жильцы соседнего дома, и горожане, ожидающие автобус, и пешеходы, которым почти не осталось места на тротуаре. Торговая точка не пользовалась популярностью. Здесь особо здесь ремонтные мастера, очки здесь как бы, аренду, она постоянно меняется. Бардак, конечно, полностью, остановка в ужасном состоянии вся. В павильоне в основном находились ларьки с дешевыми товарами для дома, снеки и недорогая оптика. Арендаторов о сносе предупредили заранее, но часть товара все равно выносили буквально из-под тяжелой техники. До последнего не верили в то, что решение суда будет исполнено. Нам поступают жалобы, на основании этих жалоб приходит, прецедент происходит, суд принимает решение, на основании решения суда сносится здание. Перед началом работ сотрудники Мосгаза и электросетей обесточили и проверили все помещения. Территорию огородили и приступили к сносу. По окончанию работ весь мусор вывезут, а территорию благоустроят. Ирина Попова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.